Дом, милый дом, неоднократно повторяли участники дуэта мюзикола Булат Сыздыков и Ерлан Кокеев. Оставив все дела, музыканты собрались в родном городе Караганде. Причем поездка двух именитых артистов не ограничилась рыбалкой в компании с одноклассниками. У них с друзьями есть традиция раз в год устраивать творческие вечера в кругу знакомых музыкантов. И не где-нибудь, а в родной Караганде. Говорят, большие площадки, конечно, хорошо, но дома куда лучше. Это очень хорошо, что есть такая хорошая и добрая традиция, которая объединяет всех музыкантов в один день. По одной простой причине, что жизнь потихоньку она идет и двигается. Мы многих, к сожалению, теряем, и у нас не всегда бывает порой, что находить время для встречи и общения. Изменять традиции не стали и в этот раз. В репертуаре в основном хиты 80-х. Ностальгия по временам их музыкального становления. Город для меня – это родина, это детство, это юность. И все самые лучшие моменты моей жизни были связаны с этим городом, потому что он мне дал дорогу в большую жизнь. Здесь мы развивались, здесь мы учились, здесь набирались опыта. И отсюда мы вышли готовыми музыкантами. В силу занятости они не частые гости в родном городе. Тем не менее, вот уже 10 лет карагандинские друзья с почестями встречают своих коллег. Старая гвардия – те музыканты, которые играли в художественной самодеятельности. Наши вот, ДК Федоровский, ДК Горняков, у нас была группа «Бул-Бул». На Федоровке была группа «Юность», я сам занимался этой группой «Юностью». И также они играли, многие музыканты потом уже в дальнейшем играли в ресторанах, там, на танцплощадках нашего города. В следующем году будет новая встреча. Спросите, где? Конечно, в Караганде. Данара Жуманова, Ботагоз Умарова, Александр Крикешев, Новости Ревью.